осенью решили без сушилки сделать. На улице повесили маленько, просушили и решили скоптить. Но без сушилки не то. Без сушилки не то. Вот и решили москиту коптильню заказать и строить сушилку. Посмотрел видео, что без сушилки не обойтись. И вот, заказали сушилочку. Смотри, какая красивая сушилка. Сушилочка красота. А я хотел без сушилки, по-деревенски, на ветру. Меня рыба просушилась день, потом ночь, а потом решил скоптить. Ну, увы, не получилось. Ну, получился, но не тот, как хотелось. Без сушилки ни туда и ни сюда. Сушилка для этого и предназначена. Коптилке нужна сушилка. Это как брат с сестрой. Ну вот. Так, Жень, вынимай снизу оттуда. Без сушилки. Ни туда и ни сюда. Вот. Инструкция. Да. Инструкция. Шкаф сушильный. Техническое оборудование. Посмотри, даже зеркало не надо. Смотрись. Унизу. До 40 градусов. Все. Где такой пол? Красота. Пола нет. Да. Наверное, так и оно должно. Так, Жень, дай мне ножик. Надо. Рыбку на базаре купим, забабахаем, засоем, просушим в этой сушилке. Сушилки просушим. И тогда я полностью покажу, как это делается, как сделал я. Сначала просушу, а потом скопчу. Сначала рыба, потом мясо, потом куры. И все. Нему.